Ансамбль «Красивый возраст» в Сарове существует меньше года. За это время участницы уже успели выступить на различных площадках города. А в феврале приняли участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Творческие люди в Арзамасе», где коллектив стал лауреатом первой степени. Выступление на большой сцене для коллектива было дебютным. Во-первых, мы не ожидали, поскольку, общаясь с людьми, мы услышали и увидели со сцены, какие коллективы, поскольку они занимаются, и соизмерили со своим опытом. Ну, думаем, хорошо что мы просто поучаствовали. И вдруг нас вот приглашают. Мы были в восторге. В конкурсе приняло участие более 50 коллективов. Среди них дети, молодежь и исполнители старшего поколения. На сцене коллективы демонстрировали творческую смелость, а также получили оценку о проделанной работе от профессионального жюри. И к нам подошла женщина. Она говорит: вы знаете, это вы танцуете «Красивый возраст», да? Мы говорим: да. Она говорит: я из-за вас только приехала из ВАДА, чтобы посмотреть вас. И у нее был тоже цыганский танец, как у нас. Вот. Но у нас вот коллективный, она одна выступала. И знаете, вот когда мы посмотрели вот эту молодежь, и самые последние выступили, было много оваций, было много эмоций, было аплодисментов, и мы понимаем, что мы звезды. Ансамбль «Красивый возраст» создан в рамках проекта «Саровское долголетие». В нем занимаются более 20 человек. Почти все участницы из Совета ветеранов 8-го микрорайона. Каждая из них с восторгом откликается о проекте и рада, что попала на занятия. Здесь женщины разучивают танцы народов мира, общаются и проводят время с пользой. Перед каждым выходом на сцену руководитель коллектива Галина Сайкушева заряжает участниц своим позитивом и дает установку на победу. Так было и в Арзамасе. Галина Сергеевна сказала: спокойно, вы все равно лучшие, поэтому танцуйте так, как вы танцуете у нас на репетициях, то есть танцуйте и получайте удовольствие. На достигнутом результате участницы ансамбля останавливаться не собираются. Они почувствовали вкус победы и уже сейчас планируют поехать на очередные конкурсы в Москву и Нижний Новгород. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.